Shop – магазин золота, премиум-аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют танки Shop на YouTube. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на ПТСАУ 10 уровня, объект 263. Бой произошел на карте Ласвит. Итак, игрок решает занять стандартную позицию для ПТшек в начале боя. И, к счастью, засвечивается И-7. Ну и, конечно, получается его пробить, так как пушка невероятно точная и, конечно же, пробивная. Ну и И-7 пропадает из-за света. Но, видимо, наш герой его засвечивает, или, может быть, засвечивает его черный бульдог. Тут точно не ясно. Но, в любом случае, достается это ему И-7. Уже во второй раз урон прилетает ему... хороший, в общем-то. Ну и наш герой, как вы можете видеть, возит такой вот классический набор оборудования. Тут у него и маскировочная сеть, и труба. Ну и, конечно, и тактику он предпочитает такую ПТ-шную. Ну, объект 263, я лично считаю, не совсем ПТ-САУ, то есть как бы это и ПТ-шка, но не та ПТ-САУ, которая сидит в кустах, а объект 263 может еще и танковать, и идти вперед, там рашить. Это у него все есть. Ну и еще один результативный выстрел на 555 урона по Шкоде Т-50. Не стоит думать, что бой будет очень такой кустовой, сидячий на одном месте. Нет, бой будет весьма бодрый, интересный. В начало просто такое вот весьма, скажем так, приземленное, обычное, ничего такого... скажем так, неординарного тут нету. Просто обычный обстрел противников. Но далее наш герой замечает, что противники активно давят ущелье и нужно возвращаться назад на деф. И стоит отметить, что объект 263 прекрасно подходит для дефа, так как у этой ПТ-САУ, как я уже сказал, крепкое бронирование, и заняв какую-нибудь позицию, где можно спрятать НЛД, можно тем самым довольно-таки долго сдерживать наступающие силы противника. Так, в общем-то, и вышло. Как вы можете видеть, тут и Маус в ущелье, и Револваризи, и Француз даже приехал, МХ-CDC, и Т-10, кого тут только нету. Ну, для нашей ПТ-шки это все на руку, так как тут у нее замечательная позиция, и противники активно подставляются. А это хороший шанс набить много урона. Вообще, объект 263, ну, не так сильно популярен, хотя, ну, ценители этой ПТ-САУ есть. И я считаю, что зря все-таки многие недооценивают эту ПТ-шку, она весьма хороша. Сзади тут попадает союзник на КВ-2, видимо, кто-то взял во взвод КВ-шку, ну, что совсем, конечно, неправильно, так как она тут ослабляет команду, хоть и танк веселый. Получается забрать Мауса, далее наш герой атакует Француза и тоже отправляет его в ангар, и осталось разобрать Т-10. Тут невероятно нашему герою везет, так как Батчат зачем-то просто втаранивается в нашу ПТ-шку и тем самым убивается об нее. Хотя, если бы он просто стал бы и разрядил свой барабан, то, конечно же, гораздо больше... пользы принес бы своей команде, и, возможно, была бы победа. Вот, получилось уничтожить Т-10, и наш герой возвращается уже... ну, не возвращается, а наоборот, только едет в город. Все-таки он там еще не был. И тут внезапно в кишке засвечивается ВК-100П. Это тяжелый танк, и непонятно, зачем он поехал в кишку, учитывая, что у него довольно-таки крепкое бронирование, и в городе он себя бы чувствовал гораздо лучше и принес бы там больше пользы. А он действует как ПТ-САУ или как средний танк. Это совершенно неправильно, друзья. Так лучше не действовать. Ну и наша ПТ-шка его засвечивает и начинает
выпиливать этого нерасторопного тяжа, отлично его пробивает, и в итоге у ВК остается очень мало прочности, но наш герой вдруг решает не добивать его. Может быть, конечно, тяж бы успел бы спрятаться, но может быть и стоило попробовать плюху ему кинуть. Возможно, игрок боялся, что враги сейчас все втроем встанут на захват, и тогда у них будет шанс выиграть по захвату. Там у нас шотная ПТ-шка, ФВ-215-Б-183, ее в первую очередь нужно уничтожать, ни в коем случае нельзя дать ей выстрелить. И наш герой выкатывается на нее и без проблем ликвидирует. Ну и также тут был еще и 7. Тут нужно осторожно проезжать, потому что может этот ВК накинуть из кишки. Непонятно, куда из 7 этот делся, но далеко точно он не должен был уехать. Наш герой осматривается, ожидает, что из 7 появится тут, но пока его не видно. Также еще у вражеской команды есть 2 арты, ну и вообще есть все шансы получить медаль Колобанова, если, конечно, получится уничтожить всех врагов. И вот он засвечивается из 7, долго ждать его не пришлось, тут везет, что ВК промазал и арта тоже. Ну и наш герой высовывается на С7, вытанковывает его выстрел, но, правда, тоже семерку сам не пробивает. Семерка совершает ошибку, она сама выкатывается бортом, и получается ее забрать, так как вылетает хорошая альфа. И это просто везение. Наш герой пытается промблайндить то место, где был ВК. Ну, это совершенно, в общем-то, логично. По мини-карте, по указке. Но опять напишут, что это читерство какое-то. Но я лично считаю, что в этом ничего такого нету. В принципе, любой игрок может попробовать по указке выстрелить. И, может быть, даже ему повезет. Но в данном случае это было нерезультативно, скорее всего. Хотя, может быть, снаряд и попал там куда-нибудь в густу, или был какой-нибудь рикошет, или непробитие. Мы этого уже не узнаем. И игрок решает поехать к арте, которая, вероятно, должна быть где-то на респе. Останавливается он, включает трубу, пытается пробландить, но безрезультатно опять-таки. Приходится рисковать и подъезжать ближе. Это ПТ-шка с открытой рубкой, и, конечно же, арта может нанести существенный урон, если попадет прямо в рубку. Это будет очень-очень больно. Снова наш герой блайндит, но опять никакого толку от этого нету. И внезапно тут засвечивается за домиком арта, получается ее уничтожить. И тут, я думаю, стоило подождать за домиком, но игрок слишком поспешил, и в итоге арта откидывается по нему по засвету оставшемуся и наносит колоссальный урон 917, еще и ломает двигатель. Но еще есть шанс затащить бой даже в таком вот состоянии с критованным двигателем. И арта должна быть где-то тут поблизости, это 100%. Да, вот она засвечивается за камнем, выезжать на нее уже глупо, скорее всего, она успела перезарядиться. Но наш герой находит возможность выстрелить по арте, есть тут небольшой прострел, арта мажет и получается ее уничтожить. И осталось найти ВКшку, но ХП, в общем-то, не хватит уже для того, чтобы выдержать хотя бы один выстрел, если противник пробьет. Засвечивается неприятель, он вообще не попадает. Наш герой, правда, тоже не пробивает его. Но он понимает, что, в принципе, броня у объекта гораздо крепче. И тут противник вообще очень сильно ошибается, он машет постоянно, хотя в данном случае он мог прицельно выстрелить уже давным-давно. Высовывается ВКшка, наш герой его поджидает, получается вытанковать выстрел от него. И сейчас отличная возможность забрать противника, так как торчит только крепкая рубка. И получается уничтожить противника, это победа. Итак, медаль Колобанова, медаль Пула, основной калибр, танки, снайпер и воин.
9968 урона, 2180 урона игрок смог вытанковать, 2312 опыта он получил. Надеюсь, бой, друзья, вам понравился. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, ну и также пишите комментарии. Желаю вам удачи. Пока!